И всем привет, дорогие друзья, с вами Ажака. И Паша. И сегодня мы вас приветствуем на моем фит-канале, на котором мы будем снимать рандомные видео по тем играм, в которые мы играем. И сегодня мы играем в Warcraft 3. Да, это очень старая игра, но мы с Пашей не играем. И мы играем на разных рандомных режимах, и этот режим называется Легион ТД. Сейчас я вкратце попытаюсь объяснить. Если что, Паша меня поправит. В общем-то, это обычный Tower Defensor, как и любой другой Tower Defensor. Я думаю, вы знаете, что это такое. Здесь нужно сдерживать волны. За каждой волной следует волна сильнее предыдущей. Здесь есть несколько классов, то есть за которые строиться можно. Но мы играем на моде, где все постройки смешаны. То есть от всех классов постройки смешаны. Вот, тут есть две команды, в каждой команде по 4 человека. У нас есть две валюты, это золото и дерево. За дерево можем отправлять нашим врагам мобов, а за золото можем покупать себе, как бы так сказать, постройки, чтобы защищаться от этих мобов. Вот. Я не знаю, правильно я объяснил или нет, Паш, ты как там? Да, все правильно. Ну, ребят, я думаю, походу поймете. Если не поймете, то посчитайте где-нибудь в гугле. В общем-то, вот, у нас сейчас тут есть разные постройки. В общем, сейчас вот у нас отсюда пойдут мобы. То есть нам нужно вперед ставить танков каких-то, которые будут сдерживать атаки, а сзади лучников. И вот, и как бы цель игры это вот, чтобы убить вражеского короля. И, ну, а нам цель игры защитить нашего короля. Вот. Также в игре присутствуют светлячки. Они дают дерево. Светлячков можно покупать за золото. Сейчас пока нельзя, потому что у меня всего лишь одна постройка. Через одну волну уже можно будет. Вот, и мы когда за это дерево можем вызывать таких разных мобов. Но я пока не буду вызывать, я подожду одну волну. Так, все, я договорил, теперь, Паша, мы можем с тобой общаться. Так, у тебя гидра, короче, я как понимаю. Это офигенно. А у меня вот этот паровозик, видишь? Вау, это ты голубой, да? Все, вижу. Так, я сейчас... Так, так, вот, в общем, тоже идет война. Паша, у меня вообще справится этот Тейдхантер? Да, он справится, он сильный. Опс. Чё у тебя? Плохо? Да нет, всё нормально, тут один. Слушай, Паша, он не справляется. Он справится, не беспокойся. Ладно, хорошо. Блин, что-то сейчас... А у меня справился. Ой, извини, это, наверное, я громко тебя сделал. Угу. Так, хорошо. А у меня справился вообще на изичах. Хотя он стоил, знаешь, сколько? Сколько? 90. 90? Вот этот робот стоит 90. Офигеть. А, так у меня тоже такой есть, вроде. И они очень крутые, я потому что видел пару раз. Помнишь? Он вообще всю игру может вытащить. А это у тебя он улучшенный, да, уже? Да, на один раз. А у тебя есть такие? Да. А это ближник или дальник? Это дальник. Он так, как миниган выглядит. Подожди, это вот этот, да? Нет. Не он? Или не он. Ну он как... Нет, это не он. Или он? Подожди, это... Да, он. Да, все отлично, супер. Так, будем сейчас тащить. Так, я сейчас, наверное, вызову уже первого моба, им динозаврика вызову. Ты уже вызвал? А, да, кстати. Сейчас я им отправлю. На. А, да, ты успел прям вовремя. Все тирком. Так, вот. Я думаю, мы первый раз играем. Уже если в следующий раз будем играть, то вы уже поймете. И не будете спрашивать, может, в комментариях, что это такое. Так, ну думаю, у нас будут смотреть только те, кому интересно. Так что объяснять особо не надо. Офигенная штука. Он по массе, короче, бьет. Да, только у меня вот он не улучшенный, поэтому не очень хорошо. Мне тут. Мне динозавра послали, это очень плохо. Ну я с динозавром быстро справился, короче. Куб, короче. Да, я тоже справился. Короче, ты главное на гидру сейчас копи. Угу, хорошо. А она сколько стоит? Недорого. Дорого, 360. О, я себя все равно немножко слышу, ну ладно. Иногда. А вот так? Так, да, блин, мне нормально. О, они уже пропустили, то есть, смотрите, вот здесь у нас отображаются те, кто пропустили. Ну, я как понимаю, это инком у них, поэтому они и пропустили. Да, не, смотри, сколько их мало осталось. Только розовый справился и зеленый. Ну, два справились, два нет. Кстати, наши с тобой прошли. А, нет, мой не прошел, походу. Да, мой не прошел. Угу. Вау. Ну, пока что мы, как бы, у нас нет цели их убить. Пока мы просто копим, так копим. И потом уже будем тащить. Так, у меня уже 20 лучших робота. Слушай, а мне копить на этот, на гидру? Да, копи на гидру. Я не справлюсь, я сейчас еле как справился.
Я готов. Ну, если у тебя хватает, попробуй улучшить этого робота. Хватает, сейчас улучшу. Лучше и сейчас копи, вот с этого момента копи. Ты ты будешь справляться со следующими волнами. Угу. Хорошо. О, у нас у чуваков тоже все хорошо, у них тоже эти машинки, которые у тебя, и плюс вампиры. Все вообще отлично, короче. Это мощно. А у этого Валя, ну это так себе. Ну хотя у него вот эти троллей, вот это круто. Не-не-не, Валя нормальная с троллями. Так. Я думаю, мы будем часто в Warcraft 3 снимать, потому что мы играем в разные режимы, мы покажем вам много, я думаю, вы тоже захотите поиграть. Мы вот с Пашей просто заходим и ностальгируем, потому что это вот одна из наших первых игр, в которую мы поиграли. Ну, Warcraft 3 это никто не поспорит, это великая игра. Ой, вот. Я не справился. Упс. Да ладно. Не, ну я справился, упс. Кстати. Кстати, да, ну... У меня танков нету. Это минус. У меня вообще никаких танков нет. Но я не хочу репикать, поэтому... Хотя, может, ты лучше репикнешь? Не, у меня есть танк, только он стоит дорого. 305. Хм. Шауэр де... Чего? Децла. Да, они какие-то русские... странные вообще. Типа, вот дела. Так, блин, у меня не хватает. Не справлюсь, скорее всего, в следующую волну. У меня 260, Паш, как думаешь? Копи, копи, ты справишься. У тебя этот робот, у тебя есть танки, а у меня нет танков, поэтому... Мне надо копить 320. Может, не второй поставить, так, не улучшать, просто поставить, я думаю, так, я все равно куплю. Ну, поставь. Да, поставлю, пожалуй. Так, вот сюда. А я понадеюсь, что мне... Я сейчас буду справляться с волнами, и мне очень нужно, это, танк один. И, кстати, мы потом еще можем улучшать, как бы, дерево, которое будет приносить нам светлячки. Можем улучшать нашего короля, и можем улучшать ему регену, ХП и атаку. Вот. Мое сердце жаждет битвы. Вот. Вот. Да, именно так. Вот так вот. Ой, это... Не, я справлюсь. Это для меня волна будет легкой. Потому что у меня дальники на дальников, это хорошо. И плюс по массе еще. Вообще, не, это офигенная штука. Они еще и дешевые, при том, что. Угу. Они больше, чем те лучницы, кстати, наносят. Угу. Мне, кстати, не будет хватать. А, нет, будет. Будет! Пожалуйста! 347, блин, 352. А, заинком, если сейчас я здесь. Я заинком, да, все нормально. Я до этого заинком. А, ну и дальше тебе дадутся. Угу. Все хорошо. То есть вот за инкомы это... Точнее, вот инком это как раз то, когда мы посылаем этих чуваков им. За этот инком еще плюс нам дают деньги. Ой, у нас пропустил чувак. Да, ничего страшного. Да, у него просто такой пик был, ну, не до поддальников. Ну да. Плюс у него уже 3 светлячка, у этого сколько уже... Нифига себе! Нифига себе! Может, ты два раза это не будешь говорить, мне из первого раза это поняли, офигеть. Да? Вот, в общем, светлячки, они стоят 50, их можно купить, но вот я пока, если куплю светлячков, я, наверное, не справлюсь. Поэтому я буду... Вот отдайте мне хоть чуть-чуть киллов! А я все забрал. Все, гидра есть. Я покупаю светлячка одного. Блин, копить или не копить, вот в чем вопрос. Хм... А ты чё, на чё хочешь накопить? Стоп, а ты можешь репикнуть? Чё у тебя ещё есть? Нет, у меня есть охрененный танк, он стоит 320. А чё это за танк-то? Он охеренный, я знаю этого чувака, он бьёт ещё по массе, и у него ещё урона до хрена. И у него 1550... Он же дальник ТП. Вроде, он дальник. Нет, это ближник. Разве? Да. Ну не знаю, я бы уже на том месте репикнул. Нет, я не репикнул, у меня слишком хорошие роботы. А роботы эти, они потом загнутся? Так-то нет. Лучницы тоже должны были, по идее, загнуться. Чё-то не загибались вообще очень долго. Ну, фиг его знает, ладно. Делай как хочешь. Но вот ты на одних этих паровозиках не выиграешь. Паровозик. Я это понимаю, но... Мне нужно поднакопить. Моя задача поднакопить. Поднасрать. Поднакопить. Так. Не, я справлюсь, смотри. Изи, вообще изи. Угу. Нет, не изи. Не изи, не изи. Да справишься. Все, и мне хватает на танка. Ой, нас сливнули в противоположной команде. Рак... Плохой.
Ну да, в общем, здесь это не это вам не дота, то есть тут никого лоу приорити не дают, сливаешь. Вот, и поэтому. Нет, кстати, тут типа, если посмотришь профиль, там будет отмечено, сколько ты там раз сливал. Но не, обычно, ну мы сами ливали с тобой, не надо тут. Да, мы. Ну, в общем, это Warcraft 3, ребят, тут не дота, так что тут люди ливают, когда им нужно уходить. Особо здесь в Warcraft 3 играют либо ради ностальгии, либо просто по фану. Вот мы с Пашей играем и то, и из-за того, и за другого. Вон, посмотри, какой у меня чувак. Сейчас он ставится. Это вот вон 320 стоит? Да. А, у него слэш атака? Да, этот нормальный. Я думал, ты танка говоришь. Там просто есть такой танк прям. Вот реально танк. Не, танк говно. Угу. Я просто говорю, что танк. Я думал, танк у тебя. Ну, в том смысле, танк это ну, как да, танк. Ну да, я понял, я понял. Класс. Ой. Угу. Я просто не понял. Нет, они дешевые, эти роботы. Это знаешь, как те же... Блин, меня все по сплэшу бьют. Зашибись, мне вообще жить будет легко. Да. А, это из него ледяной дракон делается, Жек. Разве? Да. Офигеть, так тебе вообще повезло. Да, а у тебя гидры. Ну да, ну гидры, кстати, ну да, прикольные. Мощные, не надо тут, если но их оставить... Они не танки. Ну да, это я согласен. У меня были танки, я вспомнил, как я в прошлый раз тащил, у меня был танк очень мощный. Вот у меня только гидры из танков. Не, я справляюсь прям, легко, в принципе. Прям как изи. Угу. Повезло нам, в принципе, с пиком. Угу. Ну я репикал. Я могу так сказать. А, да? Первый репик стоит бесплатно. Да, на репика, то есть у нас меняются все эти чуваки. Вообще тут есть. Вообще в варике можно вот реально бесконечно играть. Тут столько всего. Вот хотя бы даже возьмем вот этот режим, мы сейчас играем Легион ТД. В нем есть сколько там, получается, 4 мода, и все эти моды совершенно разные, ну, то есть. Поиграть what можно, fuck, прикольно. Почему ГГ? Да ладно. What the fuck? Наш чувак написал, что ГГ. Два чувака прошло ГГ. Лол. Так. Ну чё? А не, они не пропустили, нормально. У них, видимо, зеленый рачил, поэтому он и ливнул. Ну так ему и надо. Угу. Хотя у них вместо него будет черепаха, это сраная. Но когда... Кстати, да, какая-то из дуэлей это будет битва против, ну, их чуваков, против наших чуваков. И из-за того, что у них зеленый ливанул, вместо зеленого чувака будет черепаха такая большая, она очень жесткая. Рассказывай. Так, у меня пока все хорошо. Да, я тоже. А у тебя? Я второго Тайдхантера ставлю уже. Угу. Ну, гидра, короче, если она умирает, она размножается еще на больше маленьких гидр. Да. Да, это круто. Это я в прошлый раз так затащился на боссах на 10-й волне. Но у тебя как-то маловато для 10-й волны всего. Блин, да, гидра это не танк. Нужно мне какого-то танка взять еще. А ты посмотри, что там дальше. Есть где написано Хейфи? Ну, ну да, у меня есть этот рыцарь у меня есть. Ну вот его и ставь. Я в прошлый раз, помнишь, с двумя рыцарями за... Оу, эта волна тяжелая. Не для нас, Ваша. Ах, не, может для тебя потом. Ах, не, для... вообще не для тебя. У тебя же все по массе там. Предатели! Кидалы! Не, ты выиграешь, Паш, не парься. Какая неприличная волна-то. Мне все хп сняло. Я даже гидру еще ни один раз не убили. Чтобы показать, что из нее появляется, типа. Да. Так, красный что-то там. Да блин, одного чисто не хватило у красного. Я ж казав. Казав. Так, уровень русского, конечно, тут вообще зашкаливает. Угу. Это то же самое, что и дота. Варики тут играют всякие олдфаги только, поэтому... Я не знаю, они обычно не очень грамотные, потому что варика раньше играла... Очень много людей, тех, которые были прям реально задротами. Раньше все там доту первую, всякую такую фигню играли. Ну не фигню, я просто так вырезался просто. Так, мне рыцари, да, ставить? С тобой ты... Мы такие серьезные. Обычно тут такое. Ну не будем же мы на съемку. Не, я, кстати, генерал вроде нормальный. Да, вообще она хорошая, я буду его максить потом. Это же этот, генерал? Да, он с 200 стоил, да, Жек? Да, и потом улучшение 220. Вот, я и с помощью его еще тащил, он вообще жестокий, он у него потом будет 1550 хп. Да, я знаю, 1570, 1770 аж. О чем хочешь. Я сейчас не знаю, улучшать генерала или улучшать Тайдхантера. Смотри, у меня так,
О, это моя волна. Да, ну и моя тоже. Ну хотя нет, у меня меньше этих чуваков, чем... У тебя там вообще там целая армия. Ой, они моих замочили все. Ой-ой-ой-ой, не хочу смотреть. Чё у тебя там? У меня, ну так. Слушай, у меня тоже так. Ну, не, я справлюсь, конечно, но уже не так легко. Не, ну я справлюсь. Всё, гидра умерла, да. Вот, видите, с гидры появилось еще 3 гидры. Очень жесткие. Да. Ну, короче, я сейчас поднакоплю, хочу ледяного дракона поставить, короче. Угу. Синий пропустил, офигеть. Ой, не слабо пропустил он. Хотя может его кикнем? Не, у него это инком хорош. А, он инком. Да, вот, то есть мы здесь можем посмотреть, сколько человек за инкомил, закинул на врагов. Ну не, у красного, конечно, больше инком. У него 48, у этого 21, у меня вообще 15,6. Вот. Ну хоть одного дайте мне убить, вот, отлично. Это мои роботы всех так. Да-да, у раз, тебя... Раз. Не, у тебя тоже сосил одного. Раз. И еще... О, все, я двоих сейчас сосил. Так, ладно, я генерала, да, ставлю. Эта волна будет трудная. Я готов. Я светлячка еще одну покупаю. Перед боссовая. Да, кстати, тут еще можно не бесконечное количество этих построек ставить. Нужно еще улучшать ферму, чтобы ставить больше. Блин, дерева-то нет у меня. Ферма нужна. А, это минер, я понял. Кто? Вот эти вот чуваки, это минер. Нет. А почему он мне сказал, что взрывать? А? Ну это не минер, Паш, я тебе могу сказать. А кто это? Без понятия, но это не минер. Окей. Я недавно играл. Не минер там реально выглядит как минер. Там бегает такой чувак с бочкой и с ним какой-то еще чувак один. Не хватает дерева. Не хватает дерева. Так, все, я покупаю себе этот. Я сейчас не справлюсь. Я себе ферму апгрейжу. У тебя ферма уже апгрейжена? Нет. Не забудь про нее. Постройка завершена. Но я боюсь, что я не справлюсь. Я, скорее всего, справлюсь. Хотя эта волна легкая. Я сейчас себе синего дракона хочу поставить. Синего дракона? Нет, ты справишься, Паш. Вот следующее это же каменный голема, да, если не ошибаюсь? А, последняя. Нет, следующее это... Ну как последнее? Конец. Ну как конец? Жек, у тебя что-то как-то мало гидр. Так я этого генерала улучшал. Все равно не понимаю, но у меня как-то было больше гидр. А, просто пропускала, знаешь, я просто тащил за один за всех. Так у меня же еще эти чуваки улучшенные сзади стоят. А, на гидру не хватает немножко. Я ферму забыл. Я все говорил же. Ладно, я еще одну. Все, я построил. Турельку сам. Надеюсь, таким мы составом все-таки выиграем. А им там. Офигеть, ты смотри, сколько наинкомили. Офигеть. А я знахаря заинкомил. Да, у тебя тут самый мощный. Блин, все такие эти. Пестава. Ой. Не, на фит-канале такое допускается. Кстати, у меня тут 228 денег. Ага, ясно. У тебя сколько? У тебя 8. Ой, хана. GGVP. Это же... А я не закупился, я, короче, копил. Это что, не... Я же сказал, что это последнее, типа... Да волна. Я вот задумался. Не, я справлюсь, скорее всего. А, нет, я не справлюсь, А, не справлюсь, справлюсь. Я справился. Фух. Изи бризи. Да блин, да долбал. Он слабо пропустил. Ну... Нормально. У меня затащили эти роботы вместе с драконом. Меня тоже затащили с гидрами. Главное, я говорю, гидр мощная вещь. Главное, сейчас не состились. Я состилю. Не беспокойся. Не факт. У меня все мои машинки стоят, по-моему, там. Нет, мне мои. Нет, не... да. Еще твои. Нет, ты, наверное, состилишь. Не факт. Может, еще он состилит, красный. Пожалуйста, ну хотя надеюсь. Бы одного, пожалуйста. Да, мне хотя бы. Давайте. Да. Ну! Да блин, ни одного! Он весь красный забрал, вот. А, говнюка. Человек. Вот ты чмаря. Так, ладно, я 2 светлячков делаю. Я готова. Блин, посмотри на ХП у дракона и на урон. Еще он по массе бьет. Офигеть.
Офигеть. Да блин, у тебя вообще как-то жестко. Только он стоит, конечно, самый первый 320 и улучшение 380. Капец, у тебя, блин, так, знаешь, красиво так все стоит. Только пар идет. А, вот, кстати, дуэль, да. Да, дуэль, но у них будет красный рак, красная черепаха. Да. Пипец, у них их там куча. А, бой, наши роботы!